18 октября Азербайджан празднует национальный праздник – День восстановления независимости. В этом году юбилей – 30 лет, как азербайджанский народ вышел из состава СССР и объявил всему миру о своей независимости. А первые годы независимости сопровождались многими проблемами – нищета, коррупция, внутренняя борьба за власть, неопытность в ведении государственных дел и многое другое. Все это привело к конфликту и затяжной оккупации части Азербайджана армии. Чтобы более точно обозначить важные этапы в истории азербайджанского государства, в частности, исторические даты, такие как обретение и восстановление независимости в соответствии с его характером и содержанием, президент Азербайджана 15 октября 2021 года подписал закон о Дне независимости. Согласно закону, 28 мая объявлено Днем независимости Азербайджана, а 18 октября – Днем восстановления независимости Азербайджана. Кстати, по случаю этого праздника Ильхам Алиев выступил с речью к народу. В начале своего поздравления президент Азербайджана рассказал о нелегком пути, который азербайджанский народ прошел с честью и достоинством. Алиев также обратил внимание на оккупацию государственных территорий. Победа над Арменией показала всему миру силу азербайджанцев. А кроме того, на данном этапе развития Азербайджан превратился в сильного политического игрока на мировой арене. Восстановительные работы на освобожденных территориях продолжаются, экономическая система государства укрепляется, людям становится лучше жить. А кроме того, реализуется множество проектов по развитию всех важных социальных сфер. В завершение выступления президент поздравил всех с праздником. С принятием законопроекта, предложенного по моей инициативе, 18 октября в нашей стране будет отмечаться как День восстановления независимости. Сегодня, впервые за 30-летнюю историю нашей независимости, мы празднуем годовщину восстановления нашей независимости как победивший народ, обеспечивший свою территориальную целостность. По случаю этого знаменательного события в нашей новейшей истории еще раз от всей души поздравляю азербайджанский народ и желаю всего наилучшего. Наша независимость вечна, необратима и нерушима, заключил президент. А Декларация о восстановлении государственной независимости была принята 30 августа 1991 года на внеочередном заседании Верховного Совета Азербайджана. Верховный Совет провозгласил восстановление государственной независимости Азербайджанской Республики, руководствуясь высшими государственными интересами и выразив волю народа, отметив, что Азербайджанская Республика существовала с 1918 по 1920 годы как независимое государство.